Лейтенант Джек Мортон, НАТО. А вы кто? Кристина Вейсборн, телохранитель французского посла. Вы из спецназа? Разве там не могут служить женщины? Нет, не совсем. Хорошая работа. Где они держат семью посла? Мадемуазель Симон и ее дочь Джейн отвели в вагон номер 13. Меня тоже держали там, чтобы расстрелять. Вы сказали 13-й вагон? Посол в 10-м вагоне. Его охраняет секретарь Мейсон, но все может случиться. Идите туда и останьтесь с ними. Хорошо. Если бы у меня была рация... Возьмите это. Спасибо. Удачи, лейтенант Морган. Зовите меня Джек. Хорошо.
Oh.